Друзья мои, всем большой привет! Меня зовут Наталья. Сегодняшнее видео — это покупки с гипермаркета Лента. Давно я уже не снимала такие видео, поэтому давайте начнем. С косметики парфюмерии. Нивея невидимая защита для черного и белого, дезодорант. И Нивея двойной эффект, 48 часов защиты. Купила по очень хорошей цене. Цена была 79 рублей. В конце, как обычно, покажу чек. Кому интересно, я считаю, что это очень хорошая цена для Нивея. Дезодоранты отличные, держат хорошо. Была представлена мужская парфюмерия, косметика. Мужу приобрела Femme Men Sport перезарядка. Такого у него еще не было. Аромат такой приятный. Лесной бальзам, ежедневный уход, тройной эффект. Написано новинка. Тоже такой я еще не пробовала. Лесной бальзам очень люблю, поэтому... 52 рубля стоило. Шоколадки. Россия щедрая душа. По 39 рублей. Огромный ассортимент. Выбрала три разных. 70% горький. Кофе с молоком. И с фундуком и печеньем. Отличные шоколадки. 90 грамм. Хорошие, вкусные. Если гости придут, на стол угостите. Вообще дома шоколадки нужны. И еще приобрела Dove. С цельным фундуком. Это стоило подороже, 59 рублей. Ну да, конечно, компания подороже. Увидела вот такие эко-ботаника, конфеты с экстрактом зеленого чая и лайма. Уже одну не удержалась, попробовала. Они идут, сейчас я вам покажу, желейные такие конфетки, ну, мармеладные. Кстати говоря, очень вкусные. Такие вот конфетки мягкие, очень вкусные. И написано, что в одной порции, в одной конфете вот так мало килокалорий. Масло сливочное, 72,5% жирности, 180 грамм. Всегда обращаю внимание на состав. У этого хороший состав. Высокожирные пастеризованные сливки добавляю ребенку в кашу. Фрутоняня тоже обновила упаковочку в такой удобной застежке. 200 грамм, овсяная каша, банан, яблоки. Уже мы уходим от таких детских каш. Это так просто на всякий случай. Уже практически перешли полностью на взрослые. Молоко отборное Простоквашино тоже шло у них по акции. 49 рублей. Хорошее такое. Берем удобно, вкусно. Ну, взяла уксус для хозяйственных целей. Взяла в большом объеме, потому что я чищу им чайник. Налет отстает просто на раз, два, три. Очень хорошо. Такой совет. Альметта с зеленью. Творожный сыр. Очень его люблю. На бутерброды. Иногда себе. Чаще мужу. Очень вкусный. И такой еще с томатами по-итальянски. Приятная была на них цена. Даниссимо. Тоже 4 разных варианта. Шоколадной крошкой, с фисташковым мороженым, с восточной пахлавой и со вкусом ягодное мороженое. Вкусные. Кальва к мясу на углях, кетчуп. Муж очень любит разные кетчупы, соусы, поэтому дома хранятся. Дальше сосиски. Папа может, сочные, вкусные. Часто мы такие берем, хороший у них срок годности. Поэтому тоже, конечно, должны быть. Большая кружка йогурт, персик-абрикос, йогурт большой, то есть такой объемчик у него приличный, и про процент жира 1,8. И со вкусом яблоко, печеное яблоко и злаки. Сметана 15%, Простоквашино, была за 35 рублей, а не 30, да, 34,99, вот, кстати, она здесь на журнале, изображена. Тоже очень-очень выгодная цена. Вообще, также я туда ездила за филе пангасиуса. Филе пангасиуса я очень люблю. Делаю его себе, запекаю в духовочке с овощами. Это очень вкусно, полезно. Просто отлично. Его цена 199 рублей, ну 200 рублей. Это выгодно, потому что обычно в других магазинах стоит 240-260. Мармеладный медвежата. Детский сувенир компании. Это купила ребенку. Иногда вот она уже попробовала, не удержалась.
Вот такие небольшие мишки. Удобно помещаются в маленьком ротике и в ручках ребенка. Еще взяли Астория сметанный с грибами. Такой соус майонезный. Я не очень люблю майонезный. Предпочитаю кетчуповый. Ну, так для разнообразия, чтобы был. Колбаска вязанка докторская. Стародворские колбасы хорошие. Такая колбаска на 100 с небольшим рублей. Себе купила сыр легкий в нарезке от компании 365. Беру уже не первый раз. Классный сыр. В нем всего лишь 30% жирности. Хороший состав и такой вкусный. Тоже себе кашу Ясно Солнышко. Хлопья овсяные, средний размер. Здесь большая пачка, 800 грамм. Мне хватит надолго. Яблочки. Классные-классные яблочки. Red Delish. По 80 рублей. Они очень красивые. И безумно-безумно сладкие и вкусные. Очень красиво смотрятся в вазе. Также огурчики по 180 рублей. Ну, там они не по 180, а намного дешевле. В чеке потом можно будет посмотреть. Также на салате помидоры черри. И еще я взяла яблоки зеленые. Они такие сочные, но сладкие. Очень хрустящие. Прям вот аж сок по губам течет. Очень классные тоже пожевать. И из фруктов киви. Киви стоили 90 рублей. На 36 рублей. Так, штучек, наверное, 8 купила. Ну и не в ленте, а просто в другом месте, в другом магазине решила приобрести постельное белье. Французский стиль. Очень мне понравился дизайн. Это такие лилии водяные. Ну и, конечно, больше всего понравилось состав. Хороший состав. Он сатиновый. Здесь пододеяльник большой. Простынь, две наволочки 70 на 70 и еще две наволочки 50 на 70. То есть у нас в основном подушки 50 на 70 и, конечно, это больше нам подходит. А здесь также, что удобно, пододеяльник идет на молнии и сама такая бамбуковое красивое полотно. Там был в развернутом виде в магазине, я все смотрела, щупала. И рисунок у нас идет 3D, то есть эти лилии как будто такие обзорные. Так что с вами похвасталась. И давайте покажу, как и обещала, чек. Кому будет интересно. Он у них сейчас такое нововведение. Ну, уже это давно. Сначала пишут полную стоимость продукта, а второй строкой со скидкой. Так, и сумма нашей покупки 2213 рублей, скидка 667 рублей. Друзья мои, спасибо, что были со мной, надеюсь, вам понравилось и до новых встреч!